Мысль о месте засела у меня в голове. Джагал следующий, и сегодня вечером все закончится. Мне лучше одеться, прежде чем я уйду. Такой дяденька подкачанный. Руки у него как какие-то здоровенные прям. Давненько я в это не играл. Потренироваться я вроде как не могу. Смотри, какая новомодная у меня тут лампа. Можно одеть шапку, кепку. Так. Пускай будет вот так вот. Какой-то рюкзачок можно даже налепить. Перчаточки. О, нормас. И ботинки. Вот так вот будет, отлично. В шумном городе Бандунг жизнь Хендры рушится. Когда его семью убивает конкурент отца по бизнесу, оставшийся один и ища справедливости, студент юридического колледжа не находит помощи у коррумпированной правовой системы, которая защищает убийц. Раскрывая могущественную группировку, стоящую за нападением, Хендра решает отомстить сам, решив заставить их заплатить за свои действия. Приветствую вас, зрители моего канала. Добро пожаловать в Acts of Blood. Here we go again. Итак, я куда-то приехал. Теперь надо разобраться вообще, что у нас тут и к чему. Ладно. Нам, походу, туда. Эгри, какого хрена ты тут делаешь? Тайский бокс. Ну давай, братан. В смысле? Я же нажал. Оу. На, выруби. Так, а молоточком как подстукнуть-то вообще? Слушай, можно кинуть было его. Ну-ка, взял. Как-то вот так, по-моему, да? Нормально, слушай, так. Я с блоком не совсем понял. Там тайминг надо, скорее всего, поймать. Чё-то я тут, походу, все крушить могу. Денежку я, пожалуй, прихвачу. Им она больше уже не понадобится. Так как они себя очень плохо вели, а я, конечно же, прихвачу. Мне она еще пригодится. Опа. На! Ху-ху-ху-ху. А все, что ли? Нормально я так по нему засандалил этой дубиной. Ох ты, черт побери. Ай! Я
Ух ты, красиво это было. Да, детка, иди сюда, мой хороший. Что-то там произошло нехорошее. Это я, пожалуй, прихвачу. Так, а что касается хпшечек, у меня, мне не нравится их состояние. Я бы, конечно, был бы не против их. Неплохо. Я был бы не против их это поправить. Пока непонятно, для чего вот эти вот долбить. Кроме каких-то денег и оружия, пока больше ничего не... Ух ты, ничего себе! Да подожди, там такая труба была классная. Надо найти этих ублюдков. Подожди, смотри, какая штука. Не-не-не-не-не, вот это ты брось. Вот это берем, посмотри, какая... Дубина. Ну давай, иди сюда, маленький. Ай! Оп, отдай. ХПшечка, кстати. А как мне туда забраться? С этими все, да, покончено? Я могу, наверное, в обход туда пойти. Офис. Так, а что в офисе? В офисе. Кофе, мофе. И тут наверх. Подожди, подожди. Мне главное не пропустить этот момент и зайти взять ХП. Аптечку, аптечку. Мне очень нужна эта аптечка. Куча денег. Вот так вот, отлично. Что у меня там по деньгам-то вообще? Сколько их? Так, аптечку эту не видно отсюда. Пойду вниз посмотрю. Вот она. Супер. О, мне это как бы надо. Все, вот это я... Так-то лучше. Так, теперь куда? Надо понять, куда идти дальше. Тут все закрыто. Здесь прохода вроде как никакого нет, да? Хм. Ладно, тогда выходим с офиса. Здорово, пацан. Надо вот этого большого, большого вырубить. Вырубил небольшого. Ай! Ай! Хорошо! У-ху-ху-ху-ху! Иди сюда, маленький! Это офигенно вообще! Как же это ощущается классно. Фух. Хорошо, у меня есть еще и какая-то жесткая психушка. Включается у него, чтобы он прям злым-злым становился. Закрыто, надо найти другую дорогу. Готов.
Вот это было зря. Пойду посмотрю, что тут в офисе есть. Так, ребята. Что по офису у вас? Ничего вкусного, что ли? Может, на втором этаже что-то есть? Да, тут сейф. Сюда. Неплохо. Тут у них тут денег, конечно. В каждом офисе. Кстати, а могу ее взять? А, нет, я ее просто ломаю. А эту? Ну, такое. Не хватает силёнок. Четверо, да? Давай, давай, не быкуй. Иди сюда. Воу! Это невероятно! Месилово, получи, пес! Ай! Ай, блин! Ух, красиво! Ай, блин, некрасиво. Хорошо. Что там дальше? Я пока держу эту усиление какое-то там. Ну, мало ли, вдруг какой-нибудь сейчас выйдет пес. Босс-пес-молокосос. И придется с ним подраться. Аптечка. А, надо будет как-то прыгать. Получится перепрыгнуть? Интересно. Ага. Это я, пожалуй, прихвачу. Короче, РБ это чисто на преодоление препятствий. Я могу здесь. Ага. Тогда вот так вот. Хорошо. Там кто-то есть за дверью. А, нет, показалось. Ладно, понял. Ёлки! Дробовик! В смысле, братан, дробовиком стрелять надо? Я просто дробовиком его отпедалил и кинул в него. Слушай, класс, топор. Да, серьезно. Шансов у них просто не оказалось. А, зачем? Я не понял и потом все понял, но уже поздно, когда понял. Слишком поздно понял. Надо было пока что аптечку придержать. Ладно, побежали тогда дальше. Алло, есть кто дома? Так, погоди. Ё-моё, там Месилово. Так, побежали сюда.
Ага. Короче, бежим походу в самое Месилово, да? Топор у меня есть. Ой. Отдыхай, дяденька. Хорош. Тут еще, по-моему, один был. А, все? Закончились? Так, палку я прихвачу. Мне бы аптечку еще одну с собой прихватить на всякий случай. Тут что-то я как-то поторопился ее использовать. Есть еще кто? I can slip through the left gate. Твою медь, как их тут много. А кого лупить-то? Вообще надо их лупить? Ух ты, ё-моё. В смысле? Готово. Ну, пистолет. Как с пистолета-то стрелять? Ну, походу, с пистолета не стреляет. А, вот, стреляет. Так а кто из них плохой? Они моргают. Так, целимся. Ага, все, понял. Я не знаю, кто из них плохой, кто хороший. Ну, дробовик-то, слушай, можно взять тогда. Они не дают дробовики. Воу! Воу! О, черт, пацаны! Я же пошутил! Дай дробовик! Братан, дай дробаш! Что?! Ай, бляха! Я всю банду на себя сагрил, ребята, простите! Черт побери. Это плохо, парни, это очень плохо. Так, идут. А они между собой тоже лупятся, смотри, видишь? Надо подождать, пускай они там. Да фиг ли они всей толпой против меня? Они вообще имеют свойство... Блин. Друг друга-то лупить. Ну, в смысле, прям до конца лупить. На. О, блин, он встал. Тихо-тихо, вот это надо еще. Ну-ка. На. Ай, блин. Опять всей толпой. Короче, их надо так вырубать, по ходу дела, потихонечку. Братан!
Ну-ка, идите сюда. Не вижу ничего. А, во, вижу. Бежим, брат! Куда она делась? Где мой пистолет? Так, ну что там, кто-то собирается пугать меня, нет? У меня просто хп немного. Да блин, пистолет опять сломался. Патронов нет. Тут еще где-то были. Че, нет что ли? Мне надо буквально немножечко, чтоб я зверел, короче, и опять им навалял. Ну, тут больше ничего нет, придется идти как-то так. Коробкой по башке, картонной. Сейчас он встанет, наверное, пойдет боковать на меня. Нет? Не идет? А ну-ка сюда нахер. Бежим. У меня закончилось. Фух. Мы это сделали? Да. Это было красиво. Главное, что это было эффективно. Почему я с этих пушек так не смог взять? Это печалька, конечно. Что? Какого хрена? А я только здесь, я не могу выйти. Я не могу выйти назад, быстрее, 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 быстрее. Надо как-то так все тут симпатичненько сделать. Она упала у меня сразу. Фух. Да что ж такое? Ты можешь отходить? Поехали. Во-в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 о! Вот так. Да бери, бери, бери! Бери ее! Фух. Мужик, перестань. Так, сейчас, 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 немножечко, 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 немножечко. Я все пытаюсь увернуться, а он сбрасывает эту. Какой тут ваш вообще. Как тут уворачиваться-то? Иди сюда, мой хороший.
finish him. Fatality. Rest in hell, you piece of shit. Джагал мертв. Охота не закончена. И я не остановлюсь, пока не убью их всех.